Доброго времени суток, уважаемые подписчики. В ремонте вот такой вот блендер очередной. Вот фирма Kenwood. Ну, проблема, как всегда, разобрать и отремонтировать. Вот, долго искал подход, как это сделать. Ну, в результате оказывается следующий вариант. С помощью острого предмета снимаем вот эту вот защитную декоративную наклеечку. Вот. На двухстороннем скотче вроде бы. Нажимаем его на вот этот вот фиксатор. На этот фиксатор. Рукой, в принципе, вот оно видно, оно идет движение. И вынимается вот эта внутренняя часть. Неудобно снимать одной рукой, извиняюсь за видео, но тем не менее, я думаю, кому необходимо, тому поможет. То есть снимаете вот этот вот декоратив, нажимаете вот сюда на фиксатор, и выходит снутри двигатель и все составляющие для ремонта. Всего хорошего. Кому было полезно, прошу отблагодарить. Всего доброго.